Дорогая Жека, я хотел на тебя написать паттерн, но в книге я вычитал одну странную вещь. Там написано про тебя. Слушай, я прочитаю тебе. Я прочитаю тебе с музыкой. Ты считаешь себя сексуальной, умной, это правда, спора нет. Но я помню, как ты ныряла головой в туалет. Может, ты кого-то возбуждаешь, но меня уж точно нет. Ты это знаешь. Ты ночевала у меня 3 дня, и за эти 3 дня ты не смогла соблазнить даже меня. Вот ты, блядь, такая уж ты фиговая. Я подарю тебе книгу Камасутру, чтобы ты была готова к утру. Ты заебала меня своим нытьем, я успокою тебя своим кулаком. Не плачь, ты научишься ебаться, просто нужно больше практиковаться. Посмотри на себя, на кого ты похожа, я такую даже не трону, у тебя грязная рожа. Ты только жить, что ты годишься для батла со мной, а то я тебя буду звать отстой. Не волнуйся, Redhead тебя напишет пару строк, переспишь с ним и поваляйся у ног. Зря ты пришла в этот мир, на тебя все кончают, ты больно узорных тыр. Милая Жека, буду у тебя ждать ответ, а пока я передаю тебе своей жопой привет. Меня звать Бакс, и я тебя кончу. Вот такая вот фигня написана у меня в книге. Это правда? А музыка?